Всем привет. Вот так тихо или всем привет? Всем привет. Сегодня у нас мукбанг, роллы, ваши любимые долгожданные. Всем приятного просмотра. Кто кушает, всем приятного аппетита. Телеграм, наш телеграм-канал мы ведем очень активно. Инстаграмы можете подписаться, не обязательно. Телеграм внизу, подписывайтесь, там будет весело. Там мы играем вместе с подписчиками в игры компьютерные. Фанта с мандарином, прикольно. Нестандартно, я бы сказал. Фу, сколько у нас сегодня суши и всяких. Это что за мега-сет? Ну, как вы видите, есть... Есть Филадельфия с огурцом и черной икрой. Для нас олигархов сделали. Что-то здесь сырные есть, какие-то обычные бимш-суши. И какие-то запеченные. Есть, кстати, с угрём он. Короче, сейчас будем пробовать разбираться. Так, я возьму Филадельфию. Я тоже так рыбку хочу, начну с нее. Ое. Нет, это трэш. Вот она. Это трэш. Я Владику туда ставлю. Лики бабу, 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 лики бабу, бабу. Как мне нравится этот кайф в начале, а в конце, когда ты уже наелся. Но все равно вкусно. Ставьте плюсики, кто слушает Джастина Бибера. Это любимый исполнитель Владика. Паша любит в караоке петь. Джонни Комета. У этого набора какой-то рис такой липкий очень. Кстати, да. Такой, может, он пропитался. Сырочек. Вот такой вот. Надо васабку. Филадельфия вкусная, сейчас попробую с сыром. Ну, интересненько. Так, ладно, я хочу все попробовать. Я вообще сейчас не понял ничего. Сыр. С этим. Там, короче, лежит курица внутри. Твердая прям. Я какую-то бы не сушу съел, а просто какую-то шаурму съел. Ну ты обозреватель. Попробуй. Да я сыром пробовал. Но оно нестандартно. О. Так, хочу с огурцом и черный икрой. Сегодня словили 100% настоящий икра. Да. Что, не видно? Так не видно. Нравится. Нравится. Так, а что это у нас стоит в самом начале, Паша? Вот это. Что это за посука? Mm-hmm.
мы кто такие? Это что такое? Обыкновенные пацаны с района. Это все такие красивые, а это кто? Ты его крутишь как шашлычок, а не как маршмеллоу на палочке. Ну, в целом. Not bad. Это реально кайф. Так, у нас еще не пробованные. Это что? То есть то. Это с угрем вроде бы. Угорь. То есть то огурчик. А это что? Кто писал в комменты, почему я облизываю палочки? Я иногда их просто типа поправляю по длине. Либо об стол, либо зубами. Я тоже палочки облизываю. Когда у них остается там соус какой-то. И остается, я их поправляю. Так вкусно, что аж залип. Только ем вот так вот просто. Блин, в перчатках вот, правда, неудобно палки держать. Что вы скажете на то, чтобы мы следующее видео с роллами ели их руками, а не палочками? Я так хочу попробовать, никогда так не пробую. Ну а как имбирь, васаби, будешь руки измазывать? Да. Как дикарь. Так, чё бы его взять? Что будет страшно, если возьму вот так вот? Одну. И даже показывает так красиво. Вот и всё. Ты ещё? На. Ладно бы они не разваливались, вообще там нет вопросов. Как что-то она вроде рис липкий, а что-то, блин, разваливается. Молодой. Класс.
Много кто пишет, чтобы мы сняли мукбанг сладкий. А что вы хотите там именно видеть, я не понимаю, если честно. Шоколадки, торты, там пирожные, что именно. Я вообще не могу представить, что собрать вообще. Да, напишите. Напишите, как это. По категории сладости, конфеты, шоколадки, торт. Как это вы представляете себе? Ну, может, фрукты кто-то имеет в виду, я не знаю. Что это? Распался чутка малой. Спасибо вам всем за комменты, приятные. Очень много, на все про меня ответишь. Лайки мне, ну, типа, надо сказать вам огромное спасибо. Всех ценим, спасибо, что любите нас. Некоторые пишут плохие комменты. Не наши монстрики нас уже защищают. Да. Пишите все, за нас отвечайте. Если вопрос, на который мы уже в видео отвечали, всем респект, то участвует в комментах. Следит за нами и отвечает. Да. В Телеграме тоже очень активно комментируйте, так что подписывайтесь, кто еще не подписался. Так. Я думаю, на пару комментов можно надеяться. Давай посмотрим. Юлия Воробьева. Привет, Влад и Паша. Видео просто бомбези. Парни, давайте пасту с морепродуктами. Паста с морепродуктами. Ого. Паста — это длинные макароны. Небольшие. Видишь? С морепродуктами. Это готовить самому. Надо напрячь кого-то, приготовить. Я думаю, с морепродуктами будет отдельное видео. Да, и паста. А паста будет карбонара. С сыром. Сделаем, чтобы так тянулось, да. Так. Конечно, листать. Так, а где? А. Так. Здравствуйте, Паша и Влад пишет. Я, мы, Влад Бахов. Поздравляю вас, 528 подписчиков. Всем спасибо, кто подписался. Желаю вам успеха, развития канала, подписчики, твой реальный зал, твоя аудитория. Очень рад за вас. Мальчики, принимайте еще одного. Кстати, можно в следующем видео снять макароны с сыром, если вам, конечно, не сложно. Вот как раз, да, только сказать. Возможно, не в следующем, но будет скоро. 100% будет. 100%. Можете громче говорить. Окей. Класс. Ой, блин, фанта правда прикольная. На роллы. Я уже соя заканчивается. Кто шарит, с каким напитком сочетается суши больше всего? Я, честно, не знаю сам даже. Кстати, да. С чем их пьют вообще? Может, в Японии? Ну, или в странах, где точно не популярны. Да, есть какой-то прям наиболее подходящий напиток. Чё тебе? Один соевый еще. Держи. Найду. Так. Даша пишет, что угадала, что в нашем телеграм-канале будет. Мы делаем опросы в телеграме, и наши подписчики угадывают еду. Даша угадала.
Так, Лина пишет нашу old уже. 2 балла. В журнал. Мальчики с 520 монстриков. Уже больше. Спасибо. Я вернулась потом, досмотрю все видео, которые досмотрела, которые не досмотрела. Пока что занята. Спасибо, что решили снять видео с борщом. Услышали меня. Если мы говорим, что снимем, то, конечно, они, может, с задержкой, но снимаем. История Дамора, пишет Паша, я тобой очарован. А вот Паша тоже в активном поиске. В телеге пишите в комментариях, а Паша будет писать вам в личике. Да, конечно. Всем отвечу. Напишите в телеге плюсик, и Паша поймет, к чему этот плюсик, и напишет вам. Что это такое просто? А где соевый? Аппетитно это выглядит. Это мы решили взять другие суши первый раз. В другом магазине. Извиняюсь, если вам что-то не понравилось. Трэш-контент. Я впервые за историю возьму 2 ролла. Да, такого еще не видел. Ютуб трэш-контента, как ты сейчас выдал. И может еще вот так. И вот так. Я изобрел новый вкус роллов. По отдельности кушать одно, а смешать это вообще другое. 2 ролла разных взял рот? Да. Так, я, конечно, все понимаю, но я имбирь обожаю. Поэтому то, что не влезло в кадр... Нормальное шоу. Посмотри на мою часть. На какую часть? Ну, ты с этой части только ел. Ага. Ну, плюс-минус. Давай тапок в пол уже. Согласен. Я люблю газ давать в пол, капец. Ёпарасотка. Блин, ё-моё. Фу, как у деда. Чё ты ругаешься? Блин. Сидишь тут, дед, ворчишь. Прости за мат. Дед. Ну, иди сюда. Видимо, первый раз залип и не распробовал сырный до конца. А сейчас я вот как ты, что-то непонятное. Курица, реально. Паша, подай там салфеточку. Взятка. На ваших глазах.
Ё-моё. Мама звонит. Мама. Был такой на вызове. Интересно, вот у нас были школьные приколы. Это что такое? Что это такое? Это что? Это ты мне кинул? Нет. Что ты рассказываешь? Когда я кинул? А как это возможно? Ах ты, колесо. Я что там беру? Понятно. Пранк вышел. Меня пранканули. Сейчас на что она похожа. Кушай. Обратно ее. Я придумал, Паша, кличку интернета. Злой дед. Уже есть кличка. Какая? Диджей Боб. На самом деле, да. Сейчас я скажу твою кличку. У меня нет. Владик себе придумал псевдоним. И знаете, на чем остановился? Айтип. Так, это было года 4 назад. Я на этом не останавливался, я пошел дальше. Тоже мне. У тебя вообще были, знаешь, какие ники в играх? И что я? Какие? Угу. Ты играл в ноту под ником «Я гей». И что? Нет. Не был ник «Носок». И дедушка. Нет, ты был бабушка. Ты бабушка. Вот такой друг. Какой ты диджей Боб? Ты бабушка Боб. Фу, только не думайте, это на серьезке что-то, что это нормация, диджей Боб. Да. В этом это... Не звоните психушку. Паша, когда... Это все ров. Нет. Паша, когда мы с ним познакомились, он так тянет мне руку, так, диджей Боб. Да. А он тянет мне Владик, говорит, диджей Миша. И Паша, когда в компании друзей, он так кричит, все называйте меня диджей Боб. Слово-слово. Владик пересказывает всю мою жизнь. Дедушка, что такое? Такого у меня еще не было. Вот так и знал. Вот видели, я так и знал. Я это ему оставил. Я так вот схал сушеный и тупо из воды вот так вот вылетает твоя и вот эта отравленная, заминированная одна рисинка и залетает мне в дыхалку, я чуть не откинулся. Хорошо, что чуть не кашлянул, не сдул тут все. Ну, прочитай там еще что-то на прощание. Сейчас. И давай хавай. То есть, угощайся, дружочек. Ты так сказал на прощание, как будто у нас уже по одной суши осталось. Угу. Визуальный обман. Добрый день, приятного аппетита. Рада вас снова смотреть. А потом я уже не найду, она где-то писала, что обязательно придумает еще вопросы. Кстати, хорошие комменты пишет, много везде, так что лова-лова. Два раза такой список очень интересных вопросов. Ой, I'm sorry. Так что вот это прям респект. Также у нас почему-то два аккаунта называются «Визуальный обман», но у них разные аватарки. Это два человека или один? Потому что сначала не написан коммент «Первое, визуальный обман», и сразу после него вот это приятно, рады на снова. Так ты «Визуальный обман», что так называется?
Она... Это что, мой... меняет картинку? Это визуальный обман, Владик. Ты что, не догнал? Не догнал. Симки баутинг. Меня обманули. Симки баутинг. Что это ты оставил, Рис? Кому это? Я бы сказал, но боюсь, взорвется планета Земля. Мне кажется, ты просто не умеешь палочками взять вот так. Я бы сказал. Оп. Угу. Что, не взял? Смотри. Вы не видно? Был ешь сам это, понял? Что это? Ну, вот это моя, вон твоя лежит. Вот твоя. Но. Паша, я придумал, как сделать видео, чтобы там было очень много дизлайков. Что? Какое видео нужно снять, чтобы было много дизлайков? Кушать роллы вилкой. Нет, ложкой. Ложкой. Ты подумай. Люди будут смотреть и такие, да что ты делаешь? Кушать роллы. Остановись. Без рук. Просто вот так вот. Да это... С пола. Ой, Паша. Иди уже спать. Слышишь, пенсионер? Пенсионер. Я тебе как генерал армии скажу. Видео, которое наберет больше всего дизлайков, это там, где меня нет. Генерал армии? Какой? Дота 2? Какой армии? Я полковник Герокоптович. Герокоптерович. Напишите свои любимые игры вообще, что вы играете. Одиночные, онлайн, какие. Может, мы как-то сконнектимся и пошпилим что-то. О, привет, ребят. Какие направления музыки предпочитаете? Стиль, жанр? Было такое. Было. Ну, одно из первых. Давай еще раз. Владик любит дабстеп. Очень сильно. Паркурить под дабстеп. Трэп, рэп. Хип-хоп, поп. Современное, то, что часто есть в чартах СНГ-шных стран. Ну, черты из западного тоже слушаю. Камера, как всегда, выключилась. Так, ну я слушаю любую музыку, любого жанра, который мне понравится, вообще абсолютно, вплоть до классики. На немецком языке, Паша, слушать. Так, а так. Сейчас в основном какой-нибудь фонг, Detroit Rap, и там что-то может попасться другого жанра. Так. А ты слушал треки, которые тебе кидали для машин? Да, я там некоторые уже даже слушал. А добавил что-то себе? Да. Спасибо, кстати, за треки. Дизлайк, комментарий, телеграм, донат. Самые лучшие, кто досматривает до вот этого вот. Вообще the best of the best. Мы вас... Спасибо за каждое слово, что вы пишете. Просто спасибо большое. Спасибо. Все. Всем до следующего видео. Всем пока.